Приветствую вас, дорогие друзья! Это самые обычные ежедневные прокладки. Вы наверняка пользовались такими или пользуетесь. Так вот, я хочу показать один интересный трюк. Как при помощи самой обычной прокладки сделать что-то гениальное. Для этого достаем прокладку из упаковки. Посмотрите, с обратной стороны имеется липкая часть. Отрезаю крылышки прокладки, они нам не понадобятся, с одной стороны и с другой стороны. И разрезаю прокладку примерно на 4 одинаковых части. Готово! Получились вот такие маленькие заготовки. Наверняка у каждого из вас дома найдется бутылочка с ароматным эфирным маслом. Мое любимое эфирное масло апельсина. Наношу несколько капель эфирного масла на одну из заготовок. Я нанесла эфирное масло с той стороны, которая не липнет. Из-за липких свойств прокладки ее можно использовать как ароматизатор в туалет, шкаф или в любое другое помещение. Прокладка глубоко пропитывается эфирным маслом и получается очень стойкий аромат. Приклеить можно в те места, где не будет видно этого ароматизатора. Например, в шкаф, в туалет за полотенцами. Вы получите приятный запах в шкафу или уборной без особых усилий. Также можно приклеить в ящик или любое другое место. Пишите в комментариях, куда бы вы приклеили этот тайный источник аромата. Ну а я приклею шкаф с постельным бельем. Пусть пахнет апельсином. Если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте с колокольчиком подписаться на канал, чтобы получать оповещения о новых видео самым первым.